Всем привет, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Инесса Пирогова. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Этот несложный в приготовлении, но вкусный и нарядный салат порадует вас в будни и праздники. Все ингредиенты, предварительно мелко нарезанные или натертые на терке, выкладываются слоями. Салат достаточно сытный благодаря картофелю, мясу и сыру, поэтому он вполне может заменить второе блюдо в обед. Двести граммов отварного куриного мяса мелко нарезаем. Можно взять любую часть курицы. Главное, чтобы это было мясо без костей. Нарезанное куриное филе выкладываем первым слоем в большую тарелку. Немного солим и перчим. Майонезом наносим тонкую сеточку. 30 граммов зеленого лука моем и мелко нарезаем. Нарезанный зеленый лук выкладываем вторым слоем на отварное мясо курицы. На сковороду наливаем немного подсолнечного масла, выкладываем консервированные шампиньоны 150 граммов и немного поджариваем. Можно взять свежие шампиньоны, тогда их нужно почистить, порезать и также поджарить. На зеленый лук кладем поджаренные шампиньоны третьим слоем салата. Покрываем грибы тонкой сеточкой майонеза. Охлажденный отварной картофель очищаем и трем на терке. Понадобится одна большая или две небольших картофелины. Следующим слоем будет натертый картофель. Выкладываем его. Немного солим и перчим. Покрываем сеточкой майонеза. Берем любой твердый сыр 70 граммов и трем на терке. Следующий слой будет из сыра. Выкладываем его на картофель. Наносим на сыр сеточку майонеза. Маринованные огурцы трем на терке. Нужно два небольших или один большой маринованный огурец. Выкладываем натертые маринованные огурцы следующим слоем. И снова покрываем салат сеточкой майонеза. Два средних по размеру помидора моем и мелко нарезаем, удалив семена, то есть должна остаться одна стенка помидора. Таким образом, помидоры не дадут жидкость в салат. Выкладываем помидоры по всей поверхности салата, образуя шапочку.
салат «Красная шапочка» готов. Украшаем его по своему вкусу. Подаем на закуску в обед или на ужин, а также на праздничный стол. Ваши гости останутся довольны. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пока-пока!